אני קופץ מעט. Я перескочу немножко. לפרק 7, פסוק 7. Седьмая глава, седьмой стих. Такое видение открыл Бог мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. И Господь сказал, вот я положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы. И восстану с мечом против дома Иеровоама. Окей. Твуна махрида. Какая-то странная, страшная картина. Авал атем роим гам беирмияу. Но также в Иеремии. Вегам беамос. И у Амоса. Вегам бенавиим ахерим. И у других пророков. Шанави. יש לו דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. Что у пророка часто случается разговор, диалог с Господом. הקדוש ברוך הוא מראה לו משהו. Господь Бог показывает чего-то пророку. והוא שואל אותו, מה אתה רואה? И спрашивает его, что видишь ты? בירמיהו פרק א', הוא שואל אותו, מה אתה רואה? В первой главе, что видишь ты? אומר, ענף שקד אני רואה. И он говорит, я вижу дерево шакет, миндальное дерево. אחר כך הוא שואל אותו, מה אתה רואה? אני רואה סיר נפוח, סיר רותח. И он говорит, я вижу кипящую, котел кипящий. На иврите шакед это наблюдать. И это то же самое слово, что и миндаль. То есть дерево, которое наблюдает, написано, я Господь наблюдаю. Там идут одни на иврите выражения, которые одно другое напоминает. Гамкан, что ты здесь видишь? И он говорит, вижу у тебя в рук, я вижу у тебя в руках отвес свинцовый. אנח זה משהו שמודד, ארכיטקטים משתמשים בזה, כדי למדוד קירות, למדוד... И раньше использовали отвесы, чтобы вертикально стены проверять. גם עמוס, כמו ירמיהו וכמו שאר הנביאים הקלאסיים, רואים דברים. И עמוס, подобно другим классическим пророкам, он не только слышит, он еще видит вещи. ולכן... הספר של ישעיהו נקרא חזון ישעיהו בן עמוס. חזון, משהו חזה, משהו רע. Поэтому, допустим, у пророка Исаии его книга написана хазон или видение Исаии пророка. Не только то, что он слышит, но и то, что он видит своими глазами. Это одна из характеристик классического пророка. נכון. טוב. אמציא הכהן, פסוק 10. 10 стих. Амация Коэн шомеа эт Амос омер эт адварим аэле. И в те времена был первосвященник Амасия, по-русски написано. Уба ламелех Иеровоам. И он приходит к Иеровоаму, царю. Ваомер ло, Амос кашар алеха кешер. Амос делает против тебя бунт, людей подговаривает против тебя. והארץ לא יכולה להכיל בן אדם כמו עמוס. Земля не может просто выдерживать таких людей, как Амос. והוא מצטט, אמציה מצטט לירבעם מה עמוס אמר. И он пересказывает Иеровоаму то, что Амос говорит. От меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно будет отведен в плен. ויאמר אמציה אל עמוס. И Амасия обращается к пророку Амосу и говорит: Амос, хозе, лех брах, лех мипо. И он говорит: уходи отсюда, иди в свою Иудею, уйди из Израиля. Ты лех шам, тохал лехем, ты набей кама шата руце, а вар шама, ло кан. В Израиль, в Иудею иди, из Израиля уходи, там ешь хлеб, пророчествуй, хоть на голове стой. Рав эхад меод мефурсам, рав ахи аув алай. Один очень известный раввин, я очень люблю слушать этого раввина. Он 200 лет назад жил. В Молдове, Румыния, Базвивашам. Он там в Румынии, в Молдавии жил. Маша Мишпахашану? Шемшану за Мальбим. Мальбим. Хуамар, им атем роцим лирот это олам. Он сказал такие слова, если вы хотите увидеть мир. תדברו את האמת. Говорите правду.
לא יחזיקו אתכם באף מקום הרבה זמן. То вас ни в одном месте не будут удерживать. Везде вас будут прогонять. זה נכון. И это очень правдивая вещь. זה מה שהמציאה בעצם הולך אומר למלך, עמוס דיבר ככה וככה. И это вот как раз то, что Амасия священник сказал. Смотри, Амос говорит такие слова, и ему говорят, двигай отсюда. אז הוא אומר לעמוס, תלך, תחזור חזרה ליהודה. Иди в Иудею. Там. תאכל לחם שמה. יש хлеб. תנבא כמה שאתה רוצה, אבל לא פה. Проповедуй сколько хочешь, пророчествуй. Здесь ничего не делай. זה מקדש מלך. בית מלוכה, это дом, אין לך מקום פה. דום צריה, здесь мое владение, уходи отсюда. תסתכלו איך עמוס עונה לו, פסוק 14 ועלה. В 14 стихе עמוס отвечает. И сказал עמוס, и сказал Амасии, я не пророк, и не сын пророка, я был пастухом, и обрабатывал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господа, ты говоришь не пророчествуй на Израиля, не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь, жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевой вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. Там же их. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал он, что ты видишь, Амос? Я ответил, корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, приспел конец народу моему Израилю. Не буду более прощать ему. Песни чертогов в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Эти вещи случились. אני אמרתי לכם שיש תמונה במוזיאון הבריטי. И в музее Британии есть медная картина, я про неё рассказывал. של חורבן בית ראשון. О разрушении первого храма. יש קטע קטן במוזיאון ישראל בירושלים. В Иерусалимском музее есть маленькая часть той картины. Копия. Копия. באמת היה חורבן נורא גם בשומרון וגם בירושלים. В те времена было невероятное разрушение в Шамроне, в Иерусалиме. והפלא פלאים הוא שגם חורבן בית ראשון וגם חורבן בית שני קרה ועוד 16 מאורעות גדולים כמו גירוש ספרד ואחרים קרו באותו יום, 9 באב. И невероятное, просто невероятно болезненное, но невероятное совпадение, что разрушение первого храма, второго храма и еще 16 невероятных бедственных вещей для еврейского народа, включая изгнание из Испании и подобные вещи случились 9 ава. זה לא יכול להיות מקרה. И это не может быть просто случайностью. Элоим מראה לעם שלנו. И Господь Бог просто показывает нашему народу. את מה שהתחלנו איתו בהתחלת פרק א' של עמוס. То, о чем мы стали говорить. בפרק ב' סליחה. В второй главе пророка Амоса. За это и за это грех Израиля и Иерусалима не пощажу. Элоим שולט על ההיסטוריה. Бог, он господин истории. А сонота эле, что кару лям Исраэль במשך 2000 שנה, תמיד יותר מ2000, 2500 שנה, תמיד קרו בתשעה באב, זה לא סתם, זה סימן שאלוהים שולט על ההיסטוריה. И вот эти вот бедствия, которые случались с еврейским народом 9 ава, повторяясь на протяжении последних 2500 лет, это явный знак, что Господь Бог, он руководит историей. Амос умерт от дворим эле в 760 лифне асфира. 760 год до Рождества Христова. Амос заявляет эти слова. Анахну ахшав 2015 ласфира. Мы 2015 год. Анахну эдим шемаше катув בתנך אמת. Мы свидетели тому, что все, о чем написано в Писании, является просто 100% истиной.
כתוב בירמיהו 16, 16 глава Иеремии говорит, שיבוא יום ויגידו שאלה שיחזרו מהגלות מהצפון יהיה יותר גדול ממה שיציאת מצרים. И есть слово в Иеремии, которое говорит, та лия, то возвращение евреев в обетованную землю, которая произойдет с севера, с земли северной, оно по своему влиянию затмит то, что случилось с евреями и возвращением их из земли египетской. А ты мне дим лезе? И вы, сидящие в этом зале, свидетели этого. Мы все здесь живущие в Израиле, свидетели. אנחנו לא חיים, האמונה שלנו בתנך, בתורה, בנביאים, בברית חדשה, בדברי ישוע, היא לא פנטזיה. И вера наша в слова Торы или пророков, или слова, записанные в Новом Завете и провозглашенные Иешуа Машиахом, это не какая-то фантазия. זה מציאות. Это реальность. אתם חיים את המציאות, אנחנו כולנו חיים את המציאות הזו. Мы живем эту реальность сегодня, перед нашими глазами она проходит. עוד 10 שנים הקהילה הזאת לא תדבר רוסית יותר. И я вам скажу, еще через 10 лет в этой общине по-русски забудут говорить, будут говорить на иврите. אני שומע את הילדים שלכם. Я вижу, ваши дети здесь бегают в коридоре и разговаривают. Рак иврит шамати мя иладим. От детей слышал только разговор на иврите. Кулам медабрим иврит. Все дети говорят на иврите. Атем тиканцу летох атарбут аисраэлит, атарбут аиврит. И еще немного, и вы просто сольетесь с этой еврейской, израильской культурой и будете говорить на том же языке, на котором Авраам говорил. И не будет только община, состоящая из Олим, выходцев из бывшего СНГ. И будут люди, которые придут из Африки, из Таймана, из Южной Америки. Мы ждем לכמה מיליון עולים מדרום אמריקה. Мы ожидаем, что в один день произойдет алия из Южной Америки. Миллион עולים приедут оттуда. כמה מיליון? Несколько миллионов. יש 60 מיליון אנוסים בברזיל בלבד. אנוסים? אנוסים. מרנוס. מרנוס. זה יהודים שהכנסייה עשתה אותם נוצרים בכוח. ותוקו ודנוי ברזילי. Проживает 60 миллионов маранов. Это те евреи, которых в свое время католическая церковь силой заставила креститься. Но многие из них имеют еврейскую идентификацию. Эм шимру бетох адмасорот шелаем бабайт это минагим аюдин. И они все эти годы хранили в своих традициях, в своих домах еврейские вещи. והם יודעים שהם יהודים. И они знают внутри своих семей, что они по крови евреи. בחוץ הם католим. Снаружи, או протестанты. Они или протестанты, или в большинстве католики. אבל בבית הם יודעים, אנחנו יהודים. Но в домах своих они знают, мы евреи. והם מעבירים את המידע הזה לילדים שלהם. И они передают эту истину, это знание своим детям, и дети растут с этим пониманием. יש להם מנהגים מיוחדים ביותר שהם מנהגים יהודים שהם שומרים אותם עדיין בסוד. И у них есть традиционные какие-то вещи, они как законспирированные евреи хранят их и тайно передают в своих семьях снаружи, просто как бразилайцы, а внутри евреи. יש מנהגים מאוד מוזרים. Странные вещи. כל יום שישי каждую пятницу БРФ вечером הם מחליפים את כל המצעים של כל המיטות. Они меняют в пятницу все постельные принадлежности, одевают свежие. הם מתרחצים? Они купаются. אחרי צהריים הם מדליקים נר. И после вечера и после обеда они зажигают одну свечу. ומכניסים אותו בתוך ארון מיוחד, סגור,
И рак им хорим и ставят её в таком небольшом шкафчике, который закрыт не столько дырки, чтобы она горела. ואנר דולק בתוך הארון. И эта свечка горит там в маленьком этом шкафу. То есть, ну, они в секрете. Но их было адлик народ של שבת. Во время инквизиции они не могли зажигать свечи шабатные. היו מענים אותם חודשים ושנים ובסוף שורפים אותם חיים. Их проверяла инквизиция католическая, наблюдая, не остались ли они в прежних еврейских традициях, и если ловили на каком-то этапе, их могли просто сжечь в очищение души. יש הרבה אנשים ביניהם נתיביה זו שהדליקה את כל האש הזה בעולם, אבל המון אנשים מאוד חשובים, שופטים בעליון, עורכי דין חשובים, פוליטיקאים. Мы в Нативе и в Иерусалиме работаем в этом направлении, но есть очень много людей в серьезных в Израиле, сидящих в судах, судей, адвокатов, которые знают, что там проживают вот эти 60 миллионов маранас. אנחנו צריכים עלייה. И если мы как народ говорим, мы нуждаемся в силах алии. היהודים מאמריקה לא יעלו. Американские евреи не хотят ехать. עד שיגרשו אותם משם. До того момента, как их не выгонят оттуда. בסוף, עכשיו הם יכולים לבוא עם הכסף שלהם, בסוף הם יבואו רק עם התחתונים שלהם. Сейчас они могут приехать из Северной Америки с деньгами, в конце концов приедут только с тем, что успеют руками схватить. Корректно я перевел. Окей. Они усы от хат дипломатии. Я делаю его более дипломатичным на русском языке. Окей.